после мойки сушим щеночка феном. Фен у нас включен на теплый режим, не горячий, не холодный, теплый. И сначала просушиваем шерсть. Это не очень принципиально, как вы сушите, потому что щенок маленький, это не взрослый пудель, когда там надо оттягивать шерсть, просушивать. Сейчас нам главное просто высушить его и прочесать торсику. У нас вот такие, значит, приспособления. Очень нежно, аккуратно, плавно, чтобы щенку не доставлять боли и неудобства, чтобы малыш не связывал процедуру мойки с неприятными ощущениями. Ну, вот так это все потихонечку происходит. Все, основные моменты показала. Дальше будем сушить щенка. Нужны ручки.